10 лет назад в России открылся первый гипермаркет «Глобус». Россияне полюбили «Глобус», и к своему юбилею бренд запустил кампанию «10 лет с любовью». Задача – создать имиджевый проект с вовлекающим, эмоционально окрашенным контентом, отразить широту ассортимента и высокую лояльность потребителей к бренду. Что нового можно рассказать про гипермаркет? Почему нужно посмотреть именно наш контент? Здесь требовался выход из плоскости, и мы его нашли. Как мотивировать ленивые голубцы? В каких войсках служит картофель в мундире? В чем смысл баклажана? Взрослым такое в голову не придет, но юных корреспондентов «Глобус» волнуют самые горячие темы. Привет! Мы везем наш репортаж из гипермаркета «Глобус». Сегодня вы узнаете о том, что всегда боялись спросить. Маленькие репортеры расспрашивали застигнутых врасплох посетителей гипермаркетов и с детской непосредственностью рассказывали о самых вкусных рецептах. Пицца! Тонкая и толстая. Ого, вот булка. Это мясо, помидоры, салат, смузи. Да он туда... Суши. Сыр для красоты. Более 1,5 миллиона пользователей посмотрели умилительные детские ролики и посетили промо-сайт компании. Теперь все знают, что «Глобус» в России уже 10 лет. По итогам кампании можно смело констатировать – все любят детей. Дети любят вкусную еду, а россияне любят «Глобус». И в этом им помогло агентство «Доктор Юнг».